Советских тяжелых танков на Курской дуге было катастрофически мало. Самоходная артиллерийская установка Су-152. 10 сантиметров брони только на передней части рубки. Правда ли, что с помощью этого оружия советским войскам удалось уничтожить главную немецкую ударную силу? «Пантера» – самый что ни на есть тяжеловес. Вы только посмотрите на его размеры. И на самом ли деле именно самоходки остановили наступление превосходящей по численности фашистской армии под Курском? Это была грандиозная операция. Не факт. В пятницу в 21:40.